Итак, сразу к делу. Вы сами понимаете, что за мотокосой необходимо ухаживать, чтобы она вам прослужила дольше. И один из элементов такого ухаживания заключается в наличии смазки в данном элементе вашей мотокосы. Для этого я буду использовать указанный инструмент. Он шел в комплекте с данной мотокосой фирмы Steel, модель FS55. И что я делаю? Я вот этим инструментом откручиваю указанную гайку. Сейчас я поудобней встану и возьмусь и откручу. Так. Я сегодня ее закрутил. Проверял, там уже все. Так. Вот она уже открутилась. Убираю инструмент. Рукой удобнее откручивать. И смотрим. Видите, наличие смазки есть на конце данной гайки на резьбе. И вот здесь смазка внутри. Вот, видите, усиком вам показал на леске темная субстанция. И если у вас здесь смазки нету, вы покупаете ее в тюбике специальном, продается для мотокос и подобных инструментов. Тюбик вставляете отверстием у тюбика в данное отверстие и чуть нажимаете, около 5 грамм. И когда вы это все сделаете, вы закрутите указанную гайку. Комары прямо над головой летают, замучили уже. Вот, в общем, несложные вопросы для решения. Но если своевременно смотреть за наличием смазки, то коса вам прослужит дольше, указанный элемент будет работать тише при вращении. А эти комары кругом замучили уже. Вот такие вот дела. Ладно, держим связь, друзья мои. Закручиваю.